Так, у нас уже почти конец нашего отдыха, и уже можно рассказать все плюсы и минусы нашей комнаты, апартаментов. Это такой вход, здесь план размещения, то есть до всей гостиницы, что где находится, и с указанием нашего номера. У нас 401 номер, соответственно, на 4 этаже. Когда заходим, мы сразу же попадаем в ванную, стены покрыты краской, все относительно такое, старое, старинное, но аккуратное и более-менее чистое, тут не придерешься. Вот такие вот выключатели, включаем свет в ванной, пойдем сразу в ванную. Ванна и туалет совмещенные, они маленькие, маленького размера, компактные, но в принципе нам хватает, удобно. На полу синий кафель. На стене синий кафель, а в самой ванне и вот на другой стене белый. Сама ванна — это душ, обычный душ. Кстати, вода здесь горячая всегда, и утром, и ночью. Здесь получается электро, как нагреватель стоит. То есть не от тепла, видимо, не от солнца. То есть можно их круглые сутки пользоваться водой. Это хорошо, это очень хорошо. Вот такой вот кран обычный стоит. Напор, кстати, вообще классный. Почему на это внимание уделяю этому? Потому что отдыхали мы вот в Пафосе в другом отеле. Там, чтобы нагрелась вода, надо было пропускать много. А ночью, соответственно, уже не помоешься в горячей водичке. Пришла помощница с хлебцем. Как же без тебя-то, да? Все вот атрибуты — это наши. Нам при въезде дали только 2 кусочка мыла, и туалетную бумагу докладывают. Полотенец очень много. Обычный унитаз, второй помощник пришел. Раковина, все компактное, небольшое. Зеркало, тут моя рука. Зеркало, подсветка здесь такая неплохая лампа. Она, наверное, экономичная, но она яркая. Нам хватает, по крайней мере. Диратель для полотенцев. Здесь полочка и наверху еще есть одна, как сушилка. Так, туалетная бумага, мусорка, в общем, такие подробности. Пойдем, скажи, покажем дальше, да? Пойдем. И ты. В зале сразу же встречает нас маленькая компактная кухня. Посуду, кстати, нам мыло даже уборщица, мы оставили. Пришли, и все чисто. Это, конечно, плюс. Убирается, нам тоже понравилось как. Маленький холодильник, да, Максимкины хлебцы. Молодец, показываешь, да. Холодильник Део. Маленький. Что случилось? Ящички, где есть ножики, вилки, ложки сразу же. Наверху тоже 2 ящика, тарелки и кружки там все, в общем, кастрюльки. Да. Здесь вот такой интересный кран, здесь наоборот вверх. Также напор хороший. Чайник был, воду мы сами купили, и там тостерница внизу стоит. Такая вот полочка. Мебель вся такая старинная, добротная, тяжелая. Да. Такая вот. Тут уже вещи свои произвесили, чтобы не мялись. Такой твердый стол, плотный. Максим показывает, да. В общем, за круглым столом стоит 4 стула, плетеная спинка и такие твердые, тяжелые ножки. Там еще один диванчик это делали для Максима. Высокий очень, его тоже всегда постель меняет, застилает новое, все. Вот, да, молодец, показывает высокий диванчик. И такой вот также добротный стол. Что мебель, конечно, старая, но она очень добротная, прям такая увесистая. Далее идет 2 вот таких плетеных креслица и телевизор. Телевизор как старый, толстый, не плоский экран. Да, там Максимка вещи раскладывала свои. Картины такие, однотипные были. Ничего интересного, по моему мнению, старых котов. Первый балкон у нас зашторенный шторами. И второй балкон. Да, кругом наши вещи. Полотенец очень много, их всегда меняют, с этим проблем вообще нет. Всегда они чистые, всегда вообще в огромном количестве. Первый балкончик. Такой вот тут
закрывашка. Здесь нету ни стола, ни стульев. Здесь просто вечером выйти, постоять, посмотреть. Такой вот вид с этого балкона. И вот он выходит на центральный вход нашего Paramount Apart-отеля. Это апартамент, да? Так у меня голос не появляется. Садится постоянно. Пойдем другое покажем. Выходи, Максимка, пойдем покажем. Так. И второй балкончик. Да, папа моется. А здесь мы набрали проспектики всякие, карты. Кстати, вот можно про пляжи рассказать, какие нам понравились. Аленушка уже спать хочет, солнышко. Второй балкон. Здесь уже можно отдохнуть, да, Максим? Он гораздо больше. Стол и два вот таких стула плетеных. Это наш лежак сушит, само собой уберем. Это из Арифлейма. Не рассыпается, кстати, вообще. Крепко. Шит сделан. Здесь уже вид поинтереснее, Максимка, аккуратно. Здесь маленькая сушилка для белья, но нам досталась сломанная. А на других балконах вот они нормальные. Ну, кстати, не у всех, кое-где тоже сломаны. Здесь вид поинтереснее, можно наблюдать, наслаждаться именно морем. А, здесь задний вход кухни и, соответственно, мусорка, помойки. Вот оно, самое главное море. Максим, некрасиво так. Пошли. Дядя, дядя. Ну и покажу вторую комнату, то есть как апартамент. Это идет кухня, совмещенная с залом, и отдельная спальня. Фух, напугала, селенки нет. А, вот вход получается около ванной. Тут еще щиток и комната, где мы спали все вместе. Тут тоже наши вещи набросаны, внимания не обращайте. Прикроватный столик с той же серии. Вот такой тут стол у нас тут все. Управление кондиционером. Кстати, здесь комфортное распределение идет, потому что вот оно получается по всему периметру. Можно выставлять, ну, как это уж как обычно, температуру. И, в принципе, нет такого, что оно дует в одно место. А нормально так получается. Классно освежает комнату. А, так, прикроватные светильники. Опять картина. Такой вот огромный шкаф в потолок. Но опять, если сравнивать с предыдущим нашим отелем, апартаментами в Пафосе, то там было в два раза больше шкаф. Да. Там они тут сами все складывают, перекладывают. Два раза больше все было. Кровати две смежные. Много подушек и детская кроватка. Ну и также вот шикарный вид из окна, по моему мнению. Шторы и вот такая штука. Честно говоря, так и не поняла, зачем она нужна. Также зеркало. И подсвечивается зеркало. А наверху светильников нету здесь. Вот такая вот наша комната. Теперь, побыв здесь, уже можно рассказать все плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Мы сюда ехали не для того, чтобы сидеть в отеле, а для того, чтобы гулять, купаться, загорать, в общем, наслаждаться именно отдыхом. Поэтому наши вот эти апартаменты нас более чем устраивают. Кровати удобные. Единственное, конечно, лучше, чтобы она была сплошняком, потому что так вот Максимка прыгает, они разъезжаются. И все-таки комфортнее, когда один сплошной матрас. А далее, мебель нас устраивает в том плане, что она не разваливается, все плотно, все там твердо, все удобно, все хорошо. Да, она, конечно, не новая. И поэтому, если вы привыкли там к какому-то там люксу или надо, чтобы все было ультрасовременное, то это, конечно, вам не понравится. Шкаф у нас все влазит, абсолютно все. Поэтому тоже с этим проблем нету.
чайником мы воспользовались, это тоже плюс. Вечерком попить чай здесь, потому что в обед и в ужин уже нет напитков, если не все включено. Поэтому посидеть за кружечкой чая или кофе самое то. Плиткой не пользовалась, посудой пользовались, тоже это плюс. А, плюс, что всегда горячая вода есть. Плюс, что горячая вода есть, и плюс, понравилось, как убирается. То есть они убираются каждый день, меняют все чисто, все классно. А теперь давайте про минусы. Минусы обещали нам... Максим, нам обещали Wi-Fi, что он будет и в номере, и вот там, где на ресепшн, да, в лобби, в ресторане. Его не было. То есть с интернетом здесь на самом деле очень туго все. Но про интернет у меня там Саша разобрался, он по 15 минут с каждого устройства выходит, удается всего лишь 15 минут вот эти Wi-Fi, он подключается, каждые сутки новое это, исчисление идет, с Ленкой расскажешь, да. Далее, минус именно комнаты. Ну это как бы не сильно для нас минус, да, все старое, то есть мне кажется, им не мешало бы обновить там все. И вот такой вот минус, что здесь есть вот такая вот дырка, из которой могут вылазить таракашки. Вот это, наверное, единственное, что мне не понравилось. Что уж не могли, могли бы уж и заделать, вот так вот скажем. А остальное все, не знаю, вот, чтобы просто переночевать, попить чаю, там, собраться на пляж, этого более чем достаточно. Все чисто, все уютно, и все можно разложить. Ой, ну если что-то забыла, еще добавлю. Ну, в общем-то, вот все, наверное. Но если сравнивать с Пафосом Елени, там Холидей, тоже апартаменты, то все-таки там плюсик нам больше понравилось, место больше. И как-то, не знаю, немножечко по-другому все было. Аленка пытается выйти. А, да, минус. А тут вот, когда мы заходим, ключ вставляем. Вот эта карточка, да, пластиковая, она не всегда срабатывает с первого раза. Так, ну теперь точно все. Вот такой у нас был. Пока еще есть, слава богу. Номер гостиницы, в наши апартаменты. И, как хочу сказать в заключение, в принципе, если вы отправляетесь с детьми, то, мне кажется, даже такой вот именно площадь такая самая то, потому что они всегда под присмотром, вы их всегда видите, и больше, наверное, и не надо. Ну все, если есть вопросы, обязательно задавайте, все с удовольствием расскажу. Что еще вспомню, то еще покажу. А пока всем огромное спасибо за внимание, и пока-пока. Помаши, Максимка, пока-пока.